Сейчас я расскажу вам страшную историю про Новый год. Оказывается, в Новый год к детям приходит не только Дед Мороз. У него есть противоположность. Это зловещий и ужасный Крампус. Крампус – это антипод Деда Мороза. Настоящий новогодний бес с головой козы. У него длинные рога и когти. Темная косматая шерсть, копыта и жуткий заостренный язык. По характеру Крампус злобен и кровожаден. В новогодние праздники он ворует детей, которые плохо себя вели. А еще он щипается и таскает детей за уши. Ночью Крампус приходит в город и крадет непослушных и баловных детей. Сажает в мешок и тащит в свое логово. Страшно? Хорошо, что есть Дед Мороз, главный волшебник новогодних праздников. Он добрый, веселый и щедрый на подарки. Ему можно написать письмо, и он исполнит твою мечту. Дед Мороз яркий, нарядный, в красной шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке. Он раздает детям конфеты и водит с ними хороводы вокруг елки. Теперь, когда вы услышали эту историю, будьте добрыми и послушными. Тогда в новогоднюю ночь к вам придет Дед Мороз, а не Крампус.